Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Игорь, это магазин gamebag.by. Сегодня я порадую вас снова обзором на два устройства. Это от компании InMotion электровелосипед модель P2 и электросамокат модель L8F. У нас уже такая своеобразная традиция снимать по два устройства в одном видеоролике. Однако все это не просто так. Специально снимаю этот обзор для того, чтобы рассказать вам, какие преимущества, какие недостатки, чтобы вы могли каждый для себя определить, какое устройство подходит больше вам. Поэтому все ради вас. Ну а мы начинаем. Магически красивый и стильный электросамокат с электровелосипедом по праву можно назвать городским лекарством от пробок. Максимальный вес райдера в первом и втором случаях не должен превышать 120 кг, поэтому сегодня обзор будет сделан на ощущениях и эмоциях моих друзей. Часто ли вы видели электровелосипед, который заводится с ключа? Именно этот компактный мини-байк InMotion P2 визуально выделит вас в любом месте, в любое время среди толпы, благодаря стильному и интересному дизайну с колесами в 12 дюймов. Качественная проработка каждой детали, как крепкое плечо, на которое можно положиться при выборе маршрута. Из плюсов отдельно хочется выделить отсутствие люфтов в конструкции, а из минусов производитель решил не внедрять амортизаторы. На мой взгляд, это было бы не лишним. Легкое складывание InMotion P2. Вес электровелосипеда составляет всего 17 кг. В сложенном положении он с легкостью вмещается в багажник автомобиля и не доставит дискомфорта окружающим при перевозке его в общественном транспорте. Самокат L8F – это строгий дизайн, сочетающий в себе исключительно мягкие и теплые оттенки стиля. Он не похож на другие электросамокаты, и главное его отличие – это вечерняя иллюминация с множеством выборов цветов и режимов, которые можно настроить через приложение на смартфоне. Вес электросамоката составляет всего 12 кг. Спереди установлен пружинный амортизатор, а сзади мягкий ход регулирует 8-дюймовое расширенное мягкое колесо. Сложить этот электросамокат сможет абсолютно любой. Для начала нужно отогнуть ручку фиксатора, затем опускаем непосредственно сами ручки, предварительно растянув их в разные стороны. После чего ослабляем металлический зажим снизу и придавливаем центральную кнопку. Думаю, что более удобнее будет нажать ногой. Такой складной механизм исключает проявление люфта со временем в рулевой части. Снизу под дека есть специальные колесики, с помощью которых вы сможете вести электросамокат без всяких усилий. Сегодня тест-драйв электровелосипеда будет проводить мой друг Юра, а на электросамокате будет Мария. К слову, Маша ранее никогда не каталась на электросамокатах, однако это ей не помешало мгновенно стать и поехать с первого раза. Считаю, что это весомый аргумент в пользу новичков. На велосипеде есть три уровня педального ассистента, соответственно, можно настроить электровелосипед индивидуально для себя. Каждый режим включает в себя помощь электродвигателя непосредственно прокруткой педалей. Соответственно, дальность хода на одной зарядке значительно увеличивается. В стандартной комплектации на электротяге вы проедете не более 35 км. Максимальная скорость 30 км в час. Также в наличии есть версия InMotion P2F. Визуально они ничем не отличаются, но дальность хода увеличивается до 80 км. Для того, чтобы начать движение на InMotion L8F, вам необходимо изначально оттолкнуться немного ногой и только после этого нажимать на курок газа. Это своеобразная защита от детей, некоторые из которых норовят любопытством нажать на все кнопки подряд. Пробег на одном заряде этого электросамоката составляет не более 40 км, а максимальная скорость, которую удастся достичь, равна 30 км в час. Колеса одинаковые 8-дюймовые, отличие переднего ведущего колеса в том, что оно цельнолитое. Съезд с небольших бордюров на самокате не является проблемой. Переднему колесу помогает амортизатор, а сзади плавный спуск компенсирует мягкое колесо. Для велосипеда в данном случае все тоже хорошо. Мягкое сиденье в сочетании с удобными колесами сделают переход практически незаметным. Из минусов большие бордюры для этих устройств просто неуместны. Согласно информации производителя, двигатели мощностью в 350 Вт в двух устройствах беспрепятственно справляются с небольшими склонами и горками. На подъемах, со слов Марии и Юры, вы даже не чувствуете потери скорости и езда в таком режиме не может не приносить удовольствия. В городских условиях иногда встречаются небольшие пандусы. Согласитесь, удобно, когда имеешь компактный и маневренный электротранспорт, который с легкостью справляется на данном примере без спешивания. Ведь это пусть и немного, но все же экономит драгоценное время. Для вас практически везде открыты двери. Но как быть с электровелосипедом?
Ответ очевиден. Именно эта модель как нельзя лучше наглядно демонстрирует компактность и даже в разложенном виде не заставит вас чесать затылок перед входом в торговые центры, галереи и музеи. Мало того, что он компактный, вдобавок ко всему, InMotion P2 трогается с места. То есть вам не нужно придавать инерционное движение, отталкиваясь ногой. Просто поворачиваете ключ и едете. Неоспоримый факт в пользу маневренности двух девайсов сделают езду безопасной на оживленных пешеходных участках. А общая картина устройств без лести синхронно симпатизирует своим ярким появлением в городе. До начала обзора мы решили взвесить моих друзей. И как оказалось, Юра весит 68 кг, а Маша 52. В целом ребятам понравилось практически все. Юра дает рекомендацию использовать этот электровелосипед людям, которые не гоняются за экстримом, тем, для кого в первую очередь он будет важен как личное средство передвижения. А Мария сразу же сходу определила, что электросамокат стал бы для нее незаменимым помощником для посещения курсов иностранного языка, по дороге заряжая свежим воздухом с положительными эмоциями. В заключение хотелось бы сказать, что в электровелосипеде спереди встроена мощная двойная фара, а сзади яркий стоп-сигнал. Механические дисковые тормоза работают плавно и без скрипов. На самокате система тормоза рекуперационная, то есть при торможении часть энергии идет на зарядку батареи. Но, как сказал мой хороший друг, на рекуперации далеко не уедешь. Поэтому не рассчитывайте на то, что сможете хорошенько зарядить этот электросамокат, интенсивно тормозив на нем. А вот и гость программы V8. Ссылки на все устройства будут в описании под видео. Всем огромное спасибо за просмотр этого ролика. Подписывайтесь на наш канал. Я желаю всем успехов.